когда один игрок выдвигается выше и закрывает именно вратаря. Вот он, Жариков. Тот самый удар, которого не хватало Кристаллу, и Владислав Жариков забивает отличный гол. Супер гол, взмыл вверх на бреющем полете, так даже застыл на мгновение Жариков, и без шансов для Васильева. Могу сказать, что вот как раз девчонки из «Звезды» очень сильно переживают за Влад Жарикова. С игровым снарядом, и Руслан Пелецкий начинает атаку передачи на левый край. Андреев в центр на Тангера. Тангер развернулся и очень технично кладет мяч в угол ворот Станислава Кошардова. 4-2. Ну вот теперь это больше похоже уже на «Дельту», на вице-чемпиона страны, который создает моменты и который их игроками местного коллектива. Можно вспомнить, что есть такой футболист. Ой-ой-ой! Почему никто не встречал Танжера? И он выполнил эту шедевральную бисиклету. 1-0. Только я хотел говорить о том, что на самом деле вот за сыгранные минуты, да, несмотря на перестановку тренерского. А это удар и гол! Вот он, Льоренс Гомес! 3-2. Я хватаюсь за голову, это всех фантастика. Всех врасплох застал. Вообще, это просто вот сумасшедшее исполнительское мастерство. Ну, браво, Льоренс. И ведь это... ничего вроде бы сверхъестественного он не делает. Он просто поднимает мяч, подбрасывает и бьет по воротам.